김종일 애국주의를 높이들고 내 나라 내 조국을 더욱 부강하게 하자. Здравствуйте, товарищи! С вами Северокорейское телевидение. Наша великая страна под мудрым руководством партии и ее солнцеликого лидера и отца народа Тона Розендаля семимильными шагами движется к светлому будущему и долгожданному релизу Blender 2.8. Скоро, очень скоро капиталистические собаки из Autodesk заплачут горькими кровавыми слезами, когда наши доблестные пользователи будут вешать их, как врагов народа, украшая их мерзкими телами прекрасные улицы наших городов. Будь проклята Америка, да здравствует Open Source! Как не счесть закладок в моем браузере, так не счесть полезных плагинов и инструментов для прекрасного блендера. Не то, что в этом мерзком 3D Max'е, не соответствующим великим гуманистическим идеям Чучхэ. И все эти инструменты бесплатны, как и должно быть в мудром, процветающем социалистическом государстве. Чтобы каждый рабочий и крестьянин мог отрендерить свою мечту или даже чашку рисовой похлебки. Верный партии и родине товарищ оставил полезную ссылку под моим видео об инструменте SetFlow в блендере, за что ему большая благодарность. И я обещаю, что в этом месяце он и его семья не будут расстреляны и смогут прославлять нашего могучего лидера Тона Розендаля еще 30 дней. Давайте же рассмотрим пару полезных инструментов. Ура, товарищи! К сожалению, я, наверное, вряд ли смогу продолжать в том же духе. Для этого нужно родиться в соответствующем государстве. Поэтому просто расскажу. Сегодня мы посмотрим инструмент Edge Flow для Blender. Вообще прекрасная вещь. И еще одну прикольную программку. Это уже в Blender 2.8. Я уже здесь его посмотрел. А вот SetFlow я пока поставил на 2.7.9. Потому что я еще не перешел окончательно на бета-версию. Итак, давайте, во-первых, посмотрим. Вот ссылочка. Я, пожалуй, оставлю ее под видео. Инструмент называется Edge Flow. И вот, собственно, что этот инструмент делает. То есть он позволяет сделать сетку более равномерной. То есть препятствует вот образованию таких вот переломов, когда у вас ребра слишком близко находятся, он ее как бы раздвигает. Да, то есть при этом сохраняется кривизна поверхности. Ну, в общем, этот инструмент реально работает вот точно так же, как вот в 3D Max'е, как я того и хотел. Так, ну давайте просто напомним. Вот, допустим, у меня есть такой бублик. И, допустим, я случайно взял, вот где-то сдвинулось у меня что-то, может быть, вот так. Я могу просто нажать Set Flow, и у меня эта поверхность восстановится. Даже если по какой-то причине, вот я вот удалил, я могу просто там поставить вот Connect там, и нажать снова Set Flow, у меня вернется. Либо я могу использовать вот Swift Loop. Давайте попробуем. Я беру Swift Loop. И, да, вот нужно зажать Shift. И тогда Shift-ом я могу сразу поставить. И одновременно работает и Swift Loop плюс Set Flow. То есть это позволяет вот избежать каких-то изломов поверхности. Этим инструментом, например, я в 3D Max'е очень часто пользовался. Вот как узнал про его действие, да, то есть как он работает, прям сразу стал им пользоваться. И в Blender его поначалу не хватало. Но сейчас здесь такой же инструмент есть. То есть он устанавливается как обычный аддон. Тут вообще без проблем. Давайте на таком же бублике. Допустим, что-то вот я сдвинул. Я беру, выбираю Edge. И вот здесь будут две опции. После того, как вы установили аддон, будет две опции. Set Flow, Set Linear. Давайте Set Flow. Вот. У Set Flow тут всего как бы три
настройки. В принципе, разобраться ничего сложного. Единственное, что вот Min Angel, я понял, как, ну, что из себя представляет эта настройка, для чего она нужна, собственно, из иллюстраций, которые здесь идут. Вот, например, set flow without no min angel и set flow with min angel, да, то есть позволяет вот избежать. Дело в том, что set flow в 3D Max частенько вот такой же результат выдавало, то есть когда ты применяешь этот инструмент, он во все стороны выпячивает, вот такое было. Здесь же, пожалуйста, есть специальная опция. Но я, правда, ей пока не пользовался, мне достаточно вот как бы настроек по умолчанию. То есть, как работало в 3D Max, так и здесь. Также тут есть Set Linear. Так, давайте посмотрим, как это работает. Вот я выделил, допустим, вот эти ребра. Выбираю Mesh, Edges, Set Linear. Оп! Они у меня все выровняли. Вообще идеально, идеально. Если бы у меня было здесь, допустим, несколько ребер, я бы сделал то же самое. Так, секундочку. Set Linear. То же самое. Единственное, что здесь галка Space Evently. Но ее можно поставить, соответственно, ребра будут более равномерно распределены. Опять же, достаточно просто посмотреть эти иллюстрации. Вот, Set Linear. Иллюстрация. А вот, собственно, Set Linear with Space Evently. Все то же самое. В общем, рекомендую посмотреть, как бы тут принципиальная схема действия. То есть просто интерполирует вот эти вершинки, переносит их, сохраняя кривизну. Это очень полезный инструмент. Уверен, что вы найдете, как его применить в своей работе. Вот, я, например, очень рад. То, что теперь можно работать стало еще комфортнее. Это что касается инструмента SetFlow. Большое спасибо пользователю, который дал ссылку под видео. Вот, я продублирую ее под своим роликом. Замечательный инструмент, класс. Так, а второе, ну, я кое-что хочу сказать. Вот смотрите, допустим, в 3D Max есть такие... В 3D Max есть, допустим, модификатор Edit Poly, да, то есть я могу здесь что-то добавлять, удалять, вот. Вот, а потом просто его, например, выключить, и у меня вернется предыдущая геометрия. Давайте вот на таком примере, на кубике. У меня есть кубик, я к нему применяю Edit Poly, выделяю, допустим, там все эджи, делаю чамфер. Где он здесь? Я уже забыл, кстати. Практически не работаю в 3D Max, я уже начал забывать, где что находится и как вообще, что выглядит. Вот. Если мне по какой-то причине не понравилось, как это все выглядит, я могу просто взять, отключить этот Edit Poly или просто его удалить. Да, взять другой Edit Poly и, допустим, сделать совершенно другой чамфер. Да, то есть там другого размера, там еще чего-то. Ну, понятно, то есть... В любой момент ты можешь как бы откатить свою работу на предыдущий этап. Да, то есть мне, допустим, надо Edit Poly и дальше продолжить работу. Я выделяю полигон, допустим, делаю Extrude или там еще что-то. Опять же, захотел, откатил назад, оп, все. Могу сделать с другой стороны там, либо переделать Extrude. То есть очень полезный этот модификатор, он во многих ситуациях помогает. Тут не единственный пример. На самом деле, во многих ситуациях этот модификатор очень классный. Вы можете посмотреть, как моделит, например, Arimus. Такой вот пользователь на YouTube, очень у него популярный канал по моделингу. У него там зачастую прям этих Edit Poly очень много. Причем они перемежаются там с другими инструментами, там, с бендом, еще с чем-то. То есть, прям реально можно посмотреть, он много делает. Под каждую значимую операцию он просто добавляет новый Edit Poly. То есть, чтобы контролировать свою работу, чтобы можно было всегда вернуться. Очень полезный инструмент. Ну, в блендере такого модификатора нет. По крайней мере, вот здесь, где основные модификаторы, ничего подобного нет. И вроде как в новой версии тоже пока не зарелизили. Но уже есть один очень неплохой
аддон. Находим его аддоны. Дальше тестинг. Пока еще это, видимо, не полностью готовый аддон. То есть он еще тестируется. И вот здесь есть объекты. KTX Mesh Versions. Версии меши. Интересное название. Ставим галку. Вот здесь можно сразу посмотреть, что появилась закладка. То есть до этого ее здесь не было. Называется MISC. И вот, собственно, у нас, значит, инициализация версий сетки. Давайте попробуем. Вот у меня обычный кубик. Я нажимаю инициализация. И вот у меня сейчас как бы одна версия этого кубика. Вот, я могу сделать еще одну версию. Значит, еще, значит, create mesh version. Еще раз нажимаю. У меня теперь две. Тут можно переименовать, чтобы было удобнее. Но я постараюсь не запутаться. Вот сейчас у меня активная куб 001. Здесь написано currently active mesh. Вот я переключаюсь. Да, куб, либо куб 001. Давайте куб 001. Я просто захожу. Ctrl-B, делаю chamfer. Ну, bevel по местным меркам. Вот я сделал какое-то значение. Например, побольше. Да, побольше. Все, замечательно. Но если я переключусь снова на куб, у меня здесь по-прежнему предыдущая версия. Я просто с куба делаю еще. Create mesh version, еще одну. Вот, 002. Снова захожу. Делаю тоже чамфер, но уже поменьше. То есть маленький. Совсем чуть-чуть. И теперь я просто могу переключаться. Без чамфера, с чамфером, с маленьким чамфером. Вот, выбрал, допустим, там без чамфера. Взял, допустим, сделал экструд. Как-то вот так. Не понравилось, вернулся к предыдущему варианту. Сделал здесь, соответственно, экструд вверх. Не понравилось, перешел сюда. Тоже что-то там сделал. И всегда можно переходить от одной версии к другой. То есть, собственно, для этого как бы аддон и создан. И, ну, мне кажется, это очень полезный инструмент. То есть, такой вот быстрый обзор на него. Просто, чтобы вы имели в виду. Потому что в комментариях меня спросили, то есть, есть ли в блендере что-то подобное, вот, Edit Poly. А я не знал, что сказать. Я как бы дал ссылку на этот аддон. Ну, и мне кажется, что я в какой-то степени угадал. То есть, очень похожий инструмент, да, выполняет в какой-то степени, ну, часть функций модификатора Edit Poly. Вот, можно переключаться между различными версиями, да, то есть не понравилось тебе чамфер здесь, перешел в предыдущую версию, сделал. Не понравилось еще что-то, взял там, просто поудалял лишнее. Вот, осталась у меня только одна версия, куб 002. Ну, вот примерно все, что я хотел сказать. Всем пока. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Черт, так нельзя говорить, так уже говорит один блогер. Просто подписывайтесь. Всем пока.